Сегодня, оказывается, день Мартина Лютера Кинга. У меня автобус практически полупустой. Очень комфортно в нем ехать. $2. Вес $3.25. Ну да, $3 это, конечно, дорого. Ну а что делать, что? Да по нашему 1000 тенге, да, ну, час езды вообще-то. Есть, конечно. Разница, то ли у нас 80 тенге, то ли 10. $3.25 это больше 1000 тенге. Ну, где-то 1100-1150 тенге. Ну, вот такие цены. Фонтан красивый. Все остановочки.